Жамбылской области возрождают приют для бездомных собак и кошек. Новое пристанище для четвероногих появилось в Байзакском районе. К слову, животных здесь держат уже несколько лет. Правда, оформить официально приют и выкупить землю, где он расположен, смогли только недавно. Защитники бездомных животных обустроили новые вольеры и оградили территорию. Волонтеры признаются, выживать помогают в основном неравнодушные люди. Хотя на этот раз и власти внесли свою лепту в поддержку брошенных животных. А в этом году на бюджетные деньги собак и кошек, которых здесь более 200, прививают и стерилизуют. Однако общественники надеются, что это не в последний раз. Сейчас мы уже второй раз берем городской грант именно на стерилизацию, кастрацию животных наших. В этом году 500 тысяч мы взяли. Надеемся на следующий год также и городской, и на область уже подать.